Культура хоккейного болельщика с малых лет. 11 ноября авторы и организаторы уникального для России проекта презентовали клуб юного болельщика омского «Авангарда». В кинотеатре «Слава» собрались маленькие поклонники хоккея, а поздравить МЧС с открытием клуба приехал министр спорта Дмитрий Грикорианс. Конечно, история нашего хоккея – это большая, очень серьезная история. И выигрыш чемпионата России, и серебряные, бронзовые медали. Но, как вот сегодня очень правильно заявлено, наверное, сегодня какая-то новая история еще дополнительная, которая позволит нам всем стать гораздо добрее друг другу, ближе, приобщать наших вот ребятишек прямо с самого детства к этой нашей исконно омской ценности, такой как наш хоккейный клуб «Авангард». Шайбу забросил Кирилл Семенов, номер 94. Стать ближе к команде и освоить новые навыки. В программе работы клуба экскурсии по арене Омск, курсы хоккейного комментатора, общение с игроками, изучение английского языка спортивной направленности и многое другое. Если малыши, начиная с небольшого возраста, начинают активно и правильно, именно правильно болеть за команду, и команда чувствует за плечами, что там такие надежные тылы, мне кажется, это вообще просто, и у них окрыление действительно будет. Мы будем ястребами. Это только хорошее, это мы научим только всему самому лучшему. Все эти педагоги, которых мы сегодня уже представили, не сильно профессионалы своего дела, поэтому задача и цель – объединить нас всех вместе по одной семьей. Самые ожидаемые и горячо любимые гости праздника. Игроки «Авангарда» не могли пропустить такое значимое событие в жизни клуба. Это приятная новость, и мы очень рады, что в ряды болельщиков вступают не только взрослые и подростки, но и такие маленькие юные зрители и болельщики, как вы. Это очень приятно, и мы очень рады этому. Спасибо большое. Добавляет уверенности. Когда ты смотришь, как они играют, то ты хочешь делать то же самое, быть таким же уверенным в себе.